Old History. Да, кажется. Բնականաբար առանձնատու կանդիդատ կատարեցինք Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ կարգավորմանը, ընդգծելով այն ուղղությունները, որոնցով պետք է ակտիվացնենք համատեղ ջանքերը. Մանրամասն քննարկեցինք այն իրավիճակը, որը ձևավորվել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների նախորդ տարվա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո, ուղղված ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի դադարեցմանը, և Արցախում ռուս խաղապահների տեղակայմանը, որոնց ներկայություն առանցքային դեր է խաղացել Արցախի ժողովրդի նկատմամբ հետագա զանգվածային վայրագությունները կանխելու գործում. Обсудили совместные усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Россия поставила в Армению несколько десятков тысяч вакцин «Спутник Ви», и сейчас прорабатываются вопросы о приобретении Ереваном еще 1 000 000 доз этой вакцины, а также об организации ее производства на армянской территории. 25-летие подписания договора о дружбе и сотрудничестве. Мы не сомневаемся нисколько, что когда люди начнут ощущать выгоды от мирной жизни, от снятия всех рестрикций, санкций и проявлений блокады, они начнут уже по-другому относиться к вопросам, которые сейчас пытаются некоторые наши коллеги заострять и вынести их на передний план. Не надо сейчас политизировать процесс. Он идет достаточно сложно, потому что решаются и вопросы, связанные с маршрутами соединения этого региона, вопросы, связанные с обеспечением того, что сейчас называют связанностью региональных отношений, решаются вопросы линии соприкосновения, делимитации, демаркации границы. Это практически понятные вещи, которые необходимо решить, чтобы регион свободно вздохнул и зажил мирной жизнью. Что касается последнего развития событий, мы четко сказали, что объявили персонами нон грата тех людей в евросоюзовских структурах и в ряде стран-членов Евросоюза в связи с тем, что они принимали решающее участие в очередной волне санкций против наших официальных лиц, включая парламентариев. То, что Евросоюз заявил о нелегитимности и отсутствии международно-правовой обоснованности наших действий, означает лишь одно, что Евросоюз считает, что ему все дозволено, и когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что помимо вот этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией, имея в виду полную безнаказанность. А? Попробуем.